Так она не она цепляет, вот цепляет какая-то хер. Какая хер? Вот завернула, видишь? А, кстати, это второе ухо пружины. Ломай, не, отломай ухо и нормально дальше будет работать. Привал опять? Так отломай. Видломай дропаут. Поломка. Да не, не поломка. Теперь надо подергать этот, как его. У нас тормоз. Так, левый, по-моему. Да, левый. Да блин, там мне еще на прошлых выходных только прокачал его. Ну не сейчас мешает. Сейчас туда воздуха зайдет. Не-не-не, чего он зайдет? Зайдет. Да, откуда? Ну, дайте может мы ничего не отключим. А колодки для этих тормозов? Там мне тоже вот эти вопросы. Или совсем не слышишь? Когда вернешься, их надо будет полностью разобрать. Ну полностью его спускаешь, раскрываешь калитр. Вроде, а ну попробуйте. Чуть меньше, больше, и так по-разному. А еще временами а надо нажать туда и бросить если... наперед. И пусть он тормозит, ну этот, наперед завести калитер. Задним? Да. Уже работало. То есть без заднего, но зато будет этот самый, зато будет вперед. Не, ну это уже будет там самый крайний вариант. Да. Вопрос спросить, надо продать воздух. А у вас откуда руки растут? Отдуть туда надо. Так, подожди. Но здесь, здесь весь вопрос в этом. Я все понял, это келесовские колодки просто. Да не то. Все это время вы вкладывали вверх ногами? Да. Намазывал. Неправильно это дядя Федор в рот маслом намазывает. Не, нас снизу. Там вон пазы, и они должны в графитную... Вон, посмотрите, там сзади. У меня были джуси. Джусинка ставится снизу. А где джуси? Разберите еще один. А, да вот, у кого да, еще? Кстати, да вот этот длинный штырь вон должен к ротору. Снизу, ясно. Посмотрите, как задние вот стоят. Задние стоят, все. Посмотрите. Это внизу. А, длинным ротором. Да, длинный ротор. Неправильно вставляли. Детский сад. Да. Где-то раньше был. Он медитировал, так и к нему пришло было вот это внутреннее осознание. Мысль рождалась сюда. Ну, конечно, не будет. Что кроешь? А, подожди, мы сюда. Все будет. Вот, где пружинка. Ну, смотрите, ребята, как тут. Тут два зуба торчат вот тут. Да, правильно, да. Мы же так и пихаем. Ну, что так? BMX-еры вообще ногами тормозят. Ой, а, дайте мой велосипед. Петя, прокатись. Ты что, гонишь, что ли? Что у меня происходит? Вниз так кумедно, да? Это надо сделать кровопускание. Какая разница? Большая одна. Так, подожди, разница. Нет, ротора колодки, ты что? Давайте это, у кого инструмент есть, чтобы вот это вот ослабить? А вот это или вот это? Либо такие. Не, это большой. Вот это, какое дело? Ты вот здесь делал. Я делал здесь. Все, давай тогда, ты это дело сейчас делаешь. Вот кого заденешь? А, вот тут. А вот это тоже, кстати, для этого. А лучше. Цели. А может эту? Вот эта штучка. Она для этих может, этот, может, я видел это видео, так может, оттуда если вот тебе есть это. Выливали. Чтобы оно не выскочило полностью. Ну, по идее, оно перед этим должно полить чуть-чуть масла. Да. Тампон? Это вообще табайта. Да. О, о, чуть-чуть пошло. Все? Ну сейчас попробуем. Сейчас. Тут же главное не переборщить. Сама по чуть-чуть. Да. По чуть-чуть и поздно. Это менее аппендицита в полевых условиях. О, пошло, кровь пошла.